Похоронный дом. Будем любить и помнить. Просто не могу поверить, отвлекшийся парень умер. Представляешь? Я знаю, он только был здесь, и вот его нет. Эй, а почему там моя фотография? Это не вы. Вообще-то я. Я малость поправился и волосы отрастил. Ну да, в это бы я поверил. Но мы скорбим не по вам, мы вас не знаем. Я вас никогда не видел, мы скорбим по нашему... мему. Это так печально, еще столько всего хотел с ним сделать, ну типа вот такого. Новые мемы, я мем с отвлекающимся парнем. Это очень смешно, вам надо это выложить. Нет, мы не можем, тебе что, не ясно? Мем мертв, он изжил себя. Неуважительно. Неуважительно. Чё тут, блядь, происходит? Похороны. Похороны. Похороны мема? Прошу вашего внимания, у меня есть пара слов. Помню, как впервые встретила отвлекающегося парня. Это было 5 минут назад, прям тут. Это было 2 года назад. Как-то я связалась с популярными девочками. Ну вот вы представьте, меня, сидящую на обеде вместе с Амандой. Аманда такая клёвая. Ну и короче, они разрешили с ней посидеть, потому что я пролила себе молоко на футболку, и они подумали, что это очень смешно. И вот тогда вечером Аманда написала мне, типа у нее был плохой день. И чтобы я рассказала что-нибудь смешное. Меня ни разу не просили быть смешной, и вот в этот момент отвлекшийся парень спас мне жизнь. Я отправила эту пикчу. Острый читос, я и низкоуглеводная диета. Он такой потрясный и понятный. Чё-то прям пиздец, как странно, нет? Я удостоилась чести использовать отвлекающегося парня на всех своих лекциях по химии. Моим студентам нравилось. Точная наука может устареть. Но никогда у тебя отвлекающийся парень, который делает такие смешные штуки. Поняли? Электрону нравятся протоны, и они отталкиваются друг от друга. Моему классу нравилось. А вроде девушка в красном пострым читосом была. Всем здрасте. Я был последним, кто увидел этого отвлекающегося парня. Я прям тут сижу. Кто там тогда вообще в гробу? Я глава дома управленческой ассоциации и соседского надзора. Меня выбрали, потому что я воспользовался мемом с парнем. Вы видели, как мои оппоненты использовали традиционные скучные надписи. Когда я смог додуматься до этой смешнейшей надписи с парнем. Итак, мем с отвлекающимся парнем поможет выиграть мне в выборах. Честно, почему-то некоторым нравится этот стариковский мешок с костями, который убил отвлекающегося парня. Да я не умер. Это правда грустно. Просто жалкий. Рыдающий чад. Ты один из тех, кто убил мем. Заткнись. Я всегда думал, что первая девушка куда сексуальней. А мем умер до того, как я успел узнать, о чем он думал. Вы знаете, что мем умер, когда ваша мама запостила его в Одноклассниках? В этих группах для мамочек. Вы вообще заходили в эти группы для мамочек? Там прям, ну, очень странно. Они только там и есть, мертвые мемы. Мертвые мемы везде, куда ни глянь. Почему? Поверить не могу, что отвлекшийся парень мертв уже целый день. Ты о чем? Отвлекшийся парень уже мертв 4 дня, как? Ты где была? Ну да, знаю. Я знаю, отвлекся парень мертв уже где-то 2 года. Что? Почему ты вообще здесь? Ради похорон старой жопы. Твоя жопа умерла? Нет, не моя жопа, а мертвого засранца. Мертвый засранец — это мертвый засранец. Мертвец. Мертвый засранец? В точку. Это вообще не для тебя. Кстати, то есть мем мертв субъективно? Нет, он мертв, когда умирает. Нет. Ты сказала, что он умер вчера, а Грег сказал, что он умер 4 дня назад. А эта мелкая с дохлым ослом сказала, что он мертв уже как 2 года. То есть я могу дальше пользоваться мемом, если не считая его мертвым. Ты только что сам согласился, что мертв и больше никогда не вернется. Глупцы! Мем с отвлекающимся парнем не мертв. Черт, да! Люблю этого парня, да! Боже, этот тип. Меня зовут Джон, и я пользуюсь этим мемом постоянно. Ты на правильной стороне, братишка. Ты прям золотой стандарт Америки. Я глава альт-правой странички Фейсбука, и мы размещаем мемы типа такого.
Вот, пиздец. Я этого не говорю и никогда бы такое не сказал. Нет, говорил. Вот, видишь, прямо тут сказал, радикальный левый. Это ты. А, знаешь, мем умер. Мем мертв и был мертв. Нет, нет, нет. Не считается. Теперь ты наш. Добро пожаловать к альт-правым. Ты теперь альт-правый, сучка. Ты живи с этим. Куда уходят мемы после смерти? Есть только одно место. Альт-правые. Густые бороды и сердца темнее ночи. Они ужасные люди. Альт-правые. Короче, смотри, пиши свой любимый мем в комментарии, а потом возвращайся через месяц и смотри, что из этого получилось. Потом еще раз это повтори. И потом еще раз. Интересно будет. Вот. А перевели Алены Марии Лопатиной, озвучил Виски. Ага.